Да не, ну тяжело сейчас сказать, если честно, нужно пересматривать, смотреть эти моменты. Слава богу, что так, хорошо, что перетворили свои моменты, и, конечно, одержали такую достаточно уверенную победу. Вот, плюс, конечно, игра «Динамо» и «Пари». Вот, это очень важно, и 9 очков, в общем, 12-6, там 3. Очень хорошо делать свою работу. Поэтому... Это как... Да. Скажу, что потом это... Это для меня так надо. Ну вот как раз я хотел тоже про гол спросить, если я ошибаюсь, он первый, да? Да. Да, какой эффект вот сейчас он окажет именно не там не с какой-то там статистической точки зрения, а ты понимаешь, да, о чем речь? Ну, конечно, ну, надеюсь, конечно, этот гол я ждал, были моменты, вот после как-то мяч не летел, и слава богу, что сегодня получилось реализовать. Но вчера мы разговаривали с Джоном вместе в отеле и дали друг другу задание, чтобы сегодня каждый забил гол, и слава богу, что так. Ну, а то, что вот именно он был в пенальти, наверное, еще дополнительно, да, ну, всегда такая игра нервов, упал груз с плеч после того, как мяч влетел в сетку? Ну, если честно, был спокоен, потому что понимал, как буду бить, и... Конечно, чуть-чуть так выдохнул, вышло все. И надеюсь, что это поможет. Скажи, пожалуйста, у Локомотива сегодня в старте вышли 6 человек, которые вызвали сборную России. Краснодар, Ну, честно. Ну, как бы у нас есть игроки, которые в другие сборные. Поэтому ну, это не наше решение, это решение тренера сборной. Вот, скажи, кого же ты вызвал? Потому что я разговаривал с болельщиками сейчас. Ну, конечно, и Черников, и другие ребята, каждый достоин. Но, опять-таки, решение принимают другие люди, поэтому ничего, надо дальше работать. Спасибо. Сейчас Краснодар на втором месте. Можно что-нибудь? Сейчас Краснодар на второе место вышел. Как вы считаете, поборетесь ли в этом сезоне все-таки за титул? Мы идем от игры к игре, поэтому очень хорошо, что такое достаточно тяжелое начало сезона было, но при этом мы ни разу не проиграли, поэтому это большой плюс. Вот, что мы сплотились, были вместе, работали и добивались своего успеха. И вот эти вот победы, это очень... большой плюс для команды. С чем связан вот этот вот небольшой такой провал в начале сезона? Да, тяжело сказать. Честно, я как-то не знаю. Не знаю даже, как ответить. Может, Джона потому что не было, как вы считаете? Ну, конечно, начало сезона, оно вообще, в принципе, всегда тяжело. Вот, потому что перерыв был, сборы и так далее. «Зенит» все-таки, на ваш взгляд, сейчас самая сильная команда в РПЛ? Чемпионат очень сильный, так скажу. Очень много команд, с кем просто не приходится. Со всеми надо играть и показывать максимум. Спасибо.